Всем привет, ребята! Вы на канале Хатина Пэтс, и сегодня я с вами хотела бы поговорить, почему у меня не будет кладок, не будет малышей. Вот у меня есть вот три контейнера с кладками, есть еще. Но я хотела бы на этом примере вам показать, почему. Я живу в Украине, и кто не знает, у нас сейчас такая тяжелая ситуация. И не получается вывести яйца, не получается вывести улитя. Здесь какая-то плесень уже, походу, взялась. С этих кладок уже ничего не будет, как видите, они начали сохнуть. Главная причина почему? Потому что есть перепады температуры. Эти яйца уже не живые, вот там, возможно, был зародыш. Но сейчас там уже ничего хорошего в нем нету. Так же, как и в этих остальных контейнерах. Нету, потому что у нас очень часто выключают свет, и невозможно сделать так, чтобы не было перепадов температур. То есть у нас очень часто есть перепады температуры, там в основном 4 часа есть свет, 4 часа нету света, это очень много. Чтобы вывести улитят, нужно вот чтобы месяц, это, как видите, яйца архахатин, вот это какое-то такое маленькое. У ахатина это примерно 2-3 недели, это максимум месяц, вот такое маленькое яйцо. Вот вам возьмем большое для сравнения. Это должно было в отбраковку пойти, но так уже будет, что они все не живые, такая уже судьба. И нужно, чтобы температура все это время была плюс-минус стабильная. Так как есть морозы в квартире, на 7-м этаже я живу. В основном это 20 градусов, максимум 22, и меньше. Если нет отопления 12 часов, температура опускается до 15, до 17 градусов, то есть не больше 17 градусов. Это очень большая проблема, так как я себе хотела улиточек, это у меня маргината-маргината-маргината-маргината, и маргината-маргината. У меня еще были яйца Мегаса, но с яйцами Мегаса все намного-намного сложнее, поэтому рассказываю вот про архов, про маргинат. И вот, это почти нереально вывести. Говорят, купить термосумку. Термосумка держит тепло только вот несколько первых часов, и все. То есть, от термосумки, по большому счету, пользы мало, поэтому улетят, ребята, не будет. Возможно, ближе к весне у нас станет ситуация получше. Хотя я уверена, что война с Россией у нас затянется надольше. Возможно, я не права. Очень надеюсь на то, что я не права. Но мне кажется, что оно таки есть. И что света не будет долго. И вот у нас еще не будет этих улетят. Мы будем стараться делать все, но мне это не от меня зависит, это раз. Во-вторых, что мне кажется, что все-таки долго мы будем с этим мучиться. И, ребят, если вы хотите улетят, у меня есть в продаже две штучки по Киеву. И много других. Смотрите другие мои видео. Там есть вся информация о продаже, о том, что у меня сейчас есть, что у меня нету. Главное, если вы заходите на мое видео, пожалуйста, смотрите его от самого начала до самого конца. Конечно же, очень вас прошу подписаться на меня, поставить лайк, нажать на колокольчик, так как на колокольчик нажимаете, и у вас там сразу как-то так получается, что все уведомления, которые появляются у меня на канале, там видео, я делаю какую-то запись, она у вас появляется. Очень, конечно, печально, что у нас не будет улитят, так как я их очень хочу. Такие маленькие, пырышки, у меня маргинат где-то уже примерно вот такие. Это поставлю на полочку, пусть еще постоит. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, смотрите другие мои видео. Спасибо, что были со мной до конца, всех люблю, всем пока.